книга называется «Космический инженер». В Дмитровской центральной межпоселенческой библиотеке состоялась презентация книги Аркадия Зюзина «Космические инженеры» из серии «Читай и смотри» образовательного проекта «Берега». Книга рассказывает о представителях одной из важнейших в космосе профессий – инженерах. Космонавт-инженер отвечает за правильную работу всех систем корабля, а также за проведение любых ремонтных работ на космическом корабле и в космосе. Самое главное это то, что интерес к космонавтике, слава богу, сейчас опять стал повышаться, и сейчас многие молодые люди стремятся пойти в эту профессию. Книга «Космические инженеры» рассказывает об уникальном специалисте Константине Феоктистове. Он был первым гражданским бортинженером, до него в космос отправляли исключительно военных летчиков. Феоктистов стал первым и единственным беспартийным советским космонавтом. На многочисленные предложения вступить в ряды КПСС он отвечал, что патриотизм меряется не членским билетом, а делами. Ну, книга интересна тем, что Аркадий Николаевич, он нашел материал по поводу книги Феоктистова, космонавта и конструктора космических кораблей. И вот мне тоже давал ее прочитать. Интересно, очень довольно-таки написано воспоминания этого великого конструктора. И у него родилась идея как бы продолжить, тем более Феоктистов он в отношении лунных программ тоже много внимания в свое время уделял. И поэтому вроде вот как вот привязал еще и вот этот эксперимент, связанный с Сириусом-19. Отдельная глава новой книги Аркадия Зюзина посвящена герою России, космонавту Евгению Тарелкину, который приехал на презентацию со своим отцом, героем России Игорем Тарелкиным. Евгений рассказал дмитровским школьникам, как в этом году участвовал в международном эксперименте «Сириус-2019». 4 месяца он и его международная команда находились на закрытой экспериментальной базе, имитируя условия проживания будущей лунной экспедиции. Эксперимент «Сириус-19» представлял из себя имитацию полета экипажа из 6 человек до Луны, реализуемого на базе наземного экспериментального комплекса Института медико-биологических проблем РАН в Москве. В течение 120 дней изоляционного эксперимента были сымитированы основные элементы реального космического полета. Перелет экипажа до Луны с последующим облетом и поиском места приземления, приземление 4 членов экипажа для проведения операции на поверхности, пребывание на орбите Луны для приема транспортных кораблей и дистанционного управления лунным ровером для подготовки базы, последующее возвращение на Землю, выполнение около 80 научных экспериментов. Так как сейчас главный специалист проекта вот в Институте медико-биологических проблем, то есть как раз вот эта лунная программа, эксперимент «Сириус». И дальше продолжение этого эксперимента, то есть сейчас будет 8 месяцев. Ну и так как я там как один из начальников, то, конечно, буду участвовать. То есть отбор экипажа, подготовка. То есть дальше лунная программа. Старт когда? Через год практически. Еще точной даты нет, но сейчас будет подготовка такая более серьезная. Там планируют даже и парашютные прыжки выполнить, и выживание. То есть практически как космонавтов будут готовить вот эти экипажи. И я как раз вот этим и занимаюсь. Участников эксперимента полностью изолировали от внешнего мира, вплоть до того, что у них забрали сотовые телефоны. Это было одно из условий психологического характера. Никакого общения с внешним миром, полная изоляция. Единственное, по электронной почте раз-два в неделю можно было общаться с семьей. Собственно говоря, в этом и заключалась главная цель эксперимента по имитации полета на Луну – пролить свет на понимание работоспособности человека в длительных полетах к другим планетам. Вы должны понимать, что космонавт – профессия такая, что после того, как вы приходите в отряд, вы полетите в лучшем случае, в самом лучшем случае, в космос только лет через 7. То есть вот это время – это будет подготовка. Причем подготовка очень такая серьезная. Вы не так, как в школе, как в институте, вы просто какие-то абстрактные экзамены сдаете. А вы, правильно, как Аркадий Николаевич сказал, вы сдаете эти экзамены тем корифеям, которые эти системы разрабатывают.
Дмитровские школьники засыпали героев России Тарелкиных и писателя Зюзина вопросами о том, как набирают космический экипаж, какую подготовку проходят космонавты и чем они питаются, какими качествами должен обладать человек, чтобы стать летчиком-космонавтом. И в конце встречи руководитель образовательного проекта «Берега» Ирина Дядченко подарила всем ребятам и их педагогам книгу «Космические инженеры».